Добрый день, уважаемые читатели Хакасии. Сегодня у нас в гостях известная не только в Хакасии, но и далеко за ее пределами Ирина Золотухина. Ирина Петровна – тренер по волейболу, воспитанники которой показывают очень высокие результаты на соревнованиях самого разного уровня. Добрый день, Ирина Петровна. Здравствуйте. Недавно вы получили медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Это очень высокая награда, с которой мы вас искренне поздравляем. Ирина Петровна, расскажите, пожалуйста, как вы начали свою тренерскую деятельность? Ну, скажем, изначально уже о количестве отработанных лет. То есть тренером я работаю 22 года уже. Непосредственно работа связана именно с профилем спорта и волейбол. Но это личная история на самом деле, поэтому я как бы оставлю ее за пределами. Вот. Но сам процесс спорта, антураж весь спортивный, он мне знаком с детства. И мой вид деятельности спортивный – это легкая атлетика. Я начинала. Первый мой тренер Анвар Аджибаевич Курбанов. В общем-то, я ему очень сильно благодарна, потому что именно благодаря ему, его тренерскому подходу, любовь к спорту у меня на всю жизнь. Был определенный период, когда сфера деятельности моя менялась. У меня первое образование торговое. Я также любила свою профессию. Но вот этот дискомфорт, вот этот внутренний, это отсутствие, что я нахожусь не в любимом деле, он всегда присутствовал. И будучи уже достаточно взрослой, уже имея двоих детей, я все-таки решила, что так, ну, больше продолжаться не может на самом деле. Я должна заниматься там, где моя душа. Почему вид спорта именно волейбола? И тренер мой меня убеждал, что я бы, если начинаю заниматься профессиональной деятельностью в спорте, что это легкая атлетика была. Но, как бы скажем, как раз вот как я пришла в волейбол, это личная история. И мой первый муж, к сожалению, его уже нет очень много лет, он как раз был волейболист. И, может быть, то, что меня спровоцировало, какие-то первые чувства, вот этот именно вид спорта, он зашел в основу профессиональной деятельности. И волейбол – это очень интересно, потому что сформировать из 12 разных характеров и более единый такой механизм, который потом даст общий результат, но это гораздо интереснее. Вы воспитали не одно поколение талантливых волейболисток, в числе которых члены сборной России. Скажите, как вы мотивируете своих подопечных на такие результаты? Или они, глядя на вас, мотивируются сами? Вопрос достаточно сложный, потому что, как бы, вот так сказать, что я мотивирую, вот такого момента нет. То есть это целенаправленная работа. Изначально, с самого первого дня нашей встречи, она направлена именно в первую очередь на достижение результата, чтобы любой день тренировки прошел с пользой. Не просто провести время, а действительно с работой на перспективу достижения той цели, которая ставится на определенном этапе. И приходя ко мне, малышки буквально уже к концу первой недели все без исключения знают гимн России как на русском, так и на родном хакасском языке. Наверное, это идет вот с этого момента, и потом, когда ты уже подходишь под основной результат, к которому ты идешь, там микроциклы определенные, микрозадачи и глобальная цель, наверное, там уже особой мотивации не нужно, потому что дети приучены с первого дня понимать, зачем они сюда приходят. Поэтому вот сам процесс тренировочный, он уже целенаправленно идет. Конкретная задача, конкретный этап подготовки и выполнения или нет достижения этой цели. Если мы не достигаем то, что мы планировали и вместе отработали, конечно, мы делаем проанализ, какой-то кризис-план, и мы начинаем уже в других концепциях где-то вести работу. То есть вы сразу даете понять своим воспитанникам, что здесь надо совершенно работать. Совершенно верно, совершенно верно. Ирина Петровна, для любого вида спорта важна и необходима поддержка. Вот скажите, достаточно ли вам имеющейся поддержки, либо волейбол в республике все-таки испытывает какие-то трудности? Я не могу сказать. Вот у меня есть такое, знаете, это уже для меня какая-то притча на самом деле.
Вот, и я очень благодарна судьбе, что с начала моей деятельности профессиональной мной руководят очень крутые руководители на самом деле, независимо от политических каких-то преференций на самом деле. Но мой этап работы и начало как раз было заложено, и продолжение, и рост был заложен на очень сильных руководителях. Это министр спорта тогда был Анвар Джибач Курбанов и наш любимый Лебедь. Дальше была смена власти. Тем не менее, моя работа, она прогрессировала. Пришел Валерий Васильевич Денщиков и Виктор Михайлович Зимин. И вот здесь мы достигли как раз, вот то было начало моей работы, здесь уже средняя такая стадия, когда уже как раз и дети подросли, и я стала профессиональной. На этот период пришелся самый такой цвет достижений. И со сменой, опять же, политической власти, ну, наверное, это жизнь, что-то меняется, кто-то хочет, кто-то не хочет руководить. Тем не менее, руководители, которые приходят, я от них всегда вижу содействие и поддержку. Никто мне не вставляет палки в колеса, абсолютно ничего. Я не испытываю с этим трудностей. Когда у меня есть трудность или проблема, я ее решаю. Я точно скажу, что я не остановлюсь. И если мне это необходимо, я буду этого добиваться не какими-то скандальными методами, а как раз методами убеждения, каких-то гарантий на перспективу, результаты, в первую очередь, подготовки игроков или целенаправленности процесса. Поэтому мне не на что жаловаться. А с приходом как раз и вхождением в наш регион центрального клуба армии, то есть вот тут, как вы и говорили, может быть, можно было сказать, что вот как раз тут вот еще вот такая добавилась целеустремленность и сверхмотивация, потому что мы стали иметь принадлежность к легендарному клубу. Конечно, это дополнительный источник ресурса информационного, то есть и ознакомление детей с историей клуба, самыми достижениями высокими, и опека наших руководителей, потому что, ну, когда дети первый раз стали под эгидой клуба уже чемпионами России, начальник центрального клуба армии Артем Валерьевич Громов лично прилетел, чтобы поздравить детей, то есть и вручить им подарки, и знаки отличия определенные. Поэтому я еще раз повторюсь, мне везет на моих руководителей. И сейчас непосредственно вот руководитель мой, который непосредственно является, наш филиал относится к самарскому филиалу ЦСКА, Роман Александрович Махонин, конечно. И самое главное, они все любят детей. Вот это самое главное. И когда они видят, что ребенок в спорте, и он еще, все прекрасно понимают, что значит результат ребенка, ну, я только поддержку чувствую. То есть вам никогда не хотелось сменить регион, уехать в большой город, какой-то мегаполис, потому как профессионалы с таким послужным списком, как вы, наверняка рады были бы видеть много где? Ну, я не стану скрывать, что предложение сначала с первого результата, когда девочки 2000 года стали в 2013 году серебряными призерками первенства России, и когда мы, в принципе, раскрыли географию Хакасии для волейбольного мира, потому что ну, для всех стало прецедентом. И очень многие скептики говорили, это случайность. Так не бывает, что нет школы, системы подготовки, нет клубов, и вдруг так вот команда плюс еще сельская местность так блеснула. Но это какой-то прецедент, это единичный случай. И я скажу, что на протяжении всех этих лет мне приходится доказывать, что в волейболе в Хакасии есть волейбол, его любят, его развивают, потому что, ну, скептиков в этом вопросе очень много. А профессионально, да, предложения были. Они на протяжении всей моей жизни были. Вот, и я отношусь к той категории людей, которые родились в СССР. И я не сторонник каких-то перебежек. Есть место, где я родилась. Моя малая родина – это Красноярский край, город Уяр, маленькая станция. И есть моя альма-матер – это уже Хакасия, которую я безумно люблю, действительно, на самом деле. Но я в большей степени, вот мое желание, что именно наш регион посредством этого вида спорта знали больше и шире, и уже знают. Поэтому там, где родился, ну, там и сгодился.
не место красит человека, а человек место. Верно. А знаем, что в Хакасии есть федерация волейбола. Вот скажите, ее наличие как-то помогает развитию вашего вида спорта? Наличие в целом федерации, конечно, это содействие. Общественная организация, она общественная организация, по сути. Плюс ко всему, и я являюсь одним из членов Федерации волейбола Республики Хакасия. Поэтому, в общем-то, некоторые вопросы и сама решаю, будучи непосредственно в координационном совете. Но здесь надо, конечно, нам активнее работать. И в поисках руководства, и в стабильности, и в каких-то поддержках, может быть, предпринимательских. Ну, то есть эта тема остается открытым. Нам есть над чем здесь работать, на самом деле. Ирина Петровна, позади у вас огромное количество побед, как уже было сказано, и иных достижений. О чем сейчас мечтаете? Какие планы у вас на ближайшее будущее? Вы знаете, некоторое время назад я принимала однозначное решение о завершении тренерской карьеры. У меня были другие предложения, то есть это никак не связано ни с аппаратом правительства, хотя я еще раз повторю, что предложения были изменить сферу деятельности и приступить к руководству к определенному где-то и в правительстве, и в министерстве, и возглавить определенные какие-то заведения учебные. Предложения были, образование мне позволяет вот такие руководящие должности занимать. Но, тем не менее, я на своем месте. Это мое предназначение на самом деле. И поэтому, я считаю, что сейчас складывается все наиболее благоприятным образом. Но, опять же, будучи с возрастом, наверное, к сожалению, с рождения внучки, моя требовательность куда-то тает. И сейчас, конечно, я совсем по-другому отношусь. То есть я приняла решение, потому что, в общем-то, моя малышка, она отказывалась даже видеть мяч все эти годы. И я постепенно успокоилась, что, по-видимому, все же мое близкое родное существо будет не спортсменом. Я уже морально к этому была готова, когда она вдруг заявила, я буду заниматься спортом. Внезапно совершенно я говорю, ты понимаешь, как это сложно и ответственно. Ты же понимаешь, если мы сейчас начнем работать, то это работа на результат. Это вот так, как твоя тетя, там моя младшая дочь Алина, которая была капитаном первых серебряных призеров. Я говорю, это будет очень трудно и сложно. Я буду, баба. Я говорю, хорошо, давай еще отработаем. И я очень благодарна родителям малышек, которые отозвались и привели ко мне детей. И сейчас у меня команда 2014-2015 года, которая как раз и дает новый виток, новый глоток, дать возможность еще раз детям прославить наш регион. И мы все для этого сейчас делаем. Родители меня поддерживают, но в большей степени уже я менее всего ориентирована на тот конечный результат, потому что мне хочется прежде всего, чтобы они были сплоченные, дружные, они были действительно команда настоящая. Воспитательный такой момент выходит на первый план. Но я над этим поработаю, потому что нет требований, нет результата. А результат нужен. Скажите, а вы согласны с высказыванием, что спорт – это и патриотическое воспитание, прежде всего? Да, понимаете, это в приоритете стоит. Потому что люди, которые отдают себя этому делу, это профессионально, если мы говорим о спорте, не о массовой физической культуре и различных других игрушечках. Mm-hmm. А если мы говорим о спорте, это однозначно должны быть патриоты. И мое понимание всех прецедентов, происходящих в свете последних событий, я бы не пошла под белым флагом. Но это моя гражданская позиция. У каждого есть право выбора. Несмотря на то, чтобы я 10 лет посвятила своей подготовке, я бы не пошла только под флагом России. Но я еще раз повторюсь, это моя гражданская и жизненная позиция. У каждого свое право выбора. Если говорить о спорте в целом, как вы оцениваете развитие в принципе спорта в регионе? Насколько динамично, по вашему мнению, идет этот процесс?
Вы знаете, мне сложно это оценивать, потому что я, не работаю в аппарате спорта, чтобы отслеживать динамику определенную. То есть сосредоточен на чем-то конкретном, да? Да, я очень рада, и я с удовольствием читаю все новости, я обязательно лайкаю, я горжусь своими коллегами, которые достигают каких-то определенных успехов, потому что я понимаю, как это трудно и как это сложно. Если сказать вот так вот, если мы уберем спортивную составляющую, на обывательский взгляд, допустим, дилетантский, если со стороны, то большое количество новых видов спорта. Каждый ищет себя. Наверное, это радует на самом деле. Больше права выбора у людей появляется. То есть разновидностей очень много, отделений, специфики спорта. Это и художественная гимнастика, и эстетическая гимнастика, и разновидности других видов спорта. То есть их огромное количество появляется. То есть каждому дается право выбора. В частности, и для любителей тоже. Да, совершенно верно. То есть вот эта динамика доступности, Ирина Петровна, и напоследок мы даем нашим гостям возможность обратиться к читателям, зрителям своей команде, кому пожелаете. Пожалуйста, вам слово. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья. Это прежде всего любви к своей родине и целеустремленности. И чаще всего, работая в своем коллективе, в своей команде, употреблять такое выражение «мы команда». Потому что, наверное, это объединяет, обязывает действительно сплотиться и быть дружными. Потому что все мои команды, без исключения, каждый свой выигранный мяч, каждый свой выход на площадку, а это определенное выполнение задачи, цели, представление региона, Сибири, Хакасии, говорят очень ярко, четко и понимая, неся ответственность за свои слова. Мы – команда.